Очень чистый город, зеленый. Красивый. Какой-то провинциальный городок, а такие улицы широкие. Архитектура домов вообще необычная для нас. Очень нравится мне город, красивый, очень красивый, чистый. Да, здесь, конечно, совсем другой Китай. 56 официально признанных народностей в Китае. Здесь живет народ Наси. Другие китайцы. И город другой. Народ другой. Культура другая, все другое. Да, старый город впечатляет. Конечно, сувенирные лавки в основном, но красиво очень. Это еще только март месяц. В основном китайские туристы, иностранцев. Так, один-два встретятся европейцы. Бесконечные лабиринты улиц старого города. Интересно. Не знаешь, что тебя ждет за новым поворотом. Сколько здесь таких мест?
красивых. Это храм вредодействующий. Внутри снимать нельзя. Не рекомендуется. Зачем гневить Бога? Дереву 360 лет. Да. Второе рядышком 320 лет. Владимир Владимирович Лидзяни, человеком в Китае популярный. Барабанная лавка. Бубенчики, колокольчики. Зазвенеться можно. Это чайный путь. Юна неизвестен чаем пуэр. Сюда когда-то караваны гонялись с чаем. Чай, картина из чая сделана. Китайцы умеют, те, кого хочешь, из чая сделают, или чай из чего хочешь сделают. Учитель с учениками. Сколько ног уже прошло по этим булыжникам? Шлифовали. Thank you.
Цветочный чай. Дорогой, но очень вкусный. Кузнечики. Вкусно, говоришь? Да хрен его знает. Ё-моё, скорпионы жареные. Вот это я точно жрать не буду, потому что сам скорпион. Черный сахар. Приправы всевозможные, гвоздики какие-то, роза, цветочки. Трубки с водой типа кальяна. Очень дорого, если сам смотрели. Так он же как деревянный, что за гриб такой? Это если растет дерево, лес, это очень дорогие. А здесь уже большой рынок. Да вот кушать все хотят. Тут уже независимо от национальности. Розы. А что с ними делать? А, печенье, да, ты показывал? Печенье они делают с розой. Здесь кедровый орех растет? Конечно. Провинция, внимание. В Лидзяне кедровый орех. В принципе, да, там же. Это, видели, это по-разному. Чего вы сейчас мед обратно заберут? Все орехи грецкие и кедровые в Юнане произрастают, оказывается. Вот известный гриб ясохумба. Дорогой очень. Он считается очень лечебным. Думал, он только на Тибете растет. Сладкий бамбук. Каштаны жареные. Экзотика. Мы пока семечками ограничимся. Давай возьмем. Яйца гусиные, утиные, ну, куриные. Вот это помнишь, это как это называется? Сыр? А, масло. А, сливочное масло. Здесь они его делают, а так кто в Китае сливочное масло не знают, не умеют делать. Мама мия. Лягушки такие гигантские. Это их что, на еду тоже продают? Конечно, кушаю. И черепаха, да? Экзотика. Не, это мы пробовать не будем. Как и скорпионов. Ну это кровяная со свинины? Не знаю. Нет. Не свинина? Нет. Он крокодила, наверное. Ну это караси известные, а вот это
Это речное. Угри. Табак. Сигарки скрученные. Тоже. Соленые, вяленые. Ну вот наподобие нашего сала соленого. В Юннане тоже хохлы, наверное, живут. Харчевни. Здесь каждый может написать пожелание. Желание здесь его ставят. В надежде, что сделается. Хопа традиционная с курицей. И мятный чай. Курица вот настоящая. Ну, явно не на фабриках они выращивают, как у нас, этими добавками. Просто там такая же свинина. Натуральная, вкусная. Все гостиницы здесь по такому стилю сделаны, традиционному. Вот этот район. Внутренний дворик, и вокруг идут комнатки. Так у них было жилье исторически устроено. Сейчас так они гостиницы делают. Номер 90 юань. 900 рублей на русские деньги по нынешнему курсу. Такая вот. Здесь на первом этаже номера. У нас на втором. Сейчас номер вам покажу. Здесь беседочка. Здесь номера сдают. Дворик внутренний. Такое большое окно. Красиво. 1 марта сегодня. Так здесь мне
местные аборигены живут. Типа деревни. Озеро. Домики такие оригинальные. Это за самим Лидзяном, где-то минут 40 мы ехали к этому озеру от города. Зона отдыха. Сразу деревня, обслуживающая их. Даже костюмы национальные другие. Конечно, свои. И горы. Кругом горы, уже предгорье Гималаев. Мы идем на озеро. Какие здесь развлечения? В озере даже рыба живет. Холодно. 等一下啊，这个下去洗一下。没有。要不要自己玩打劫船？可不行。打劫船回来。